В преддверии празднования 115-й годовщины со дня рождения всемирно известного художника Марка Ротко в Даугавпилсе был дан старт новому выставочному сезону. Внимание почитателей искусства арт-центр Ротко предложил 8 вернисажей, на которых представлены работы латвийских и зарубежных художников. Все они абсолютно разные, но каждая выставка достойна пристального к себе внимания. На этот раз мы показываем проект, который создался в течение 2 недель и является результатом 14-го международного симпозиума живописи «Марк Ротко 2018». В нем участвовали 10 художников из 7 стран мира, и в течение 2 недель были созданы очень впечатляющие полотна, опираясь на творчество Ротко, опираясь на увиденное в Даугавпилсе и в Латгальском крае. В новом сезоне арт-центра Ротко представляет еще один творческий проект «Два Шагала». Это выставка, в которой представлена литография великого художника из коллекции музея Марка Шагала в Витебске. Эта выставка сделана вместе, показывая еще и творчество как будто второго Шагала. Это Йонас Даниляускас, литовский живописец. Также еще есть множество проектов. Проект Маруты Рауды, керамики, Сандра Крастыня, экран, это живопись. В сотрудничестве с посольством Израиля мы показываем проект «Как два братья Шамира», которые родом из Латвии, Лепае, создавали графический дизайн, изменили графическую идентичность Израиля как страны. Жемчужиной нового выставочного сезона стала выставка работ Силвы Линнерте «Пейзажи души». В июле этого года именитая художница из Даугавпилса ушла из жизни, оставив потомкам огромное культурное наследие. Это изящная, таинственная, чувствительная и лаконичная живопись, но в то же время пронизанная глубоким смыслом, любовью и переживаниями, радостью и печалью, которые побуждают на размышления о вечном в природе и вокруг нас, отмечают ее коллеги. Мы горды, что в этом сезоне мы открываем и предоставляем возможность нашим посетителям увидеть выставку Силвы Линнерте, которая экспонирована рядышком с Ротко в секторе А, отдая все свое должное, любовь к живописцу, которая действительно очень много в нашей среде, не только даугавпилская, но и латвийская, сделала. И в этот вечер, богатый на творческие сюрпризы, знакомство с новым выставочным сезоном, почитатели искусства начинали именно с вернисажа Силвы Линнерте. Для кого-то она учитель, а для кого-то подруга и близкий человек. Искусство вообще-то мне близко, так как я была учителем визуального искусства и истории культуры. И сама училась в Резекненском училище прикладного искусства, и Линнерте была моя учительница. Я с ней 50 лет уже знакома. Все те проекты, которые связаны с искусством, я посещаю всегда. Но сегодня я здесь еще потому, что в центре Ротко открылась мемориальная выставка моей подруги Силвы Линнерте. Но и стальные новые вернисажи для меня очень красноречивы, очень интересны и, я скажу так, очень современны. К слову, помимо мемориальной выставки Силвы Линнерте, арт-центр Марка Ротко в новом сезоне представляет и вернисаж дочерей художницы Илоны Линнерте Руже и Даци Пудене, которые на суд почитателей искусства представили текстильный вернисаж «Похожие коды». Это особенный день для меня и для моей сестры, потому что сегодня открыли выставку небольшую к памяти моей матери. Конечно, было бы очень хорошо, что если бы она была бы здесь и видела, потому что наша такая выставка такая большая, первый раз. Я думаю, что она сверху смотрит и радуется за нами. Новый осенний выставочный сезон в художественном центре Ротко – это встреча прошлого с настоящим. Это взгляд в будущее, в котором каждый увидит нечто для себя удивительное. Лариса Кириллова, Александр Хлистов, телевидение.com.